Вы на канале Мода с Владаной. Сейчас на мне пляжная туника, в которой я иду на пляж. Эта туника изготовлена из двух платков и использована всего два шва. Со своими секретами кроя и пошива я вас познакомлю обязательно. Дорогие друзья, сейчас я нахожусь в своем ателье Владана и могу вас познакомить со всеми нюансами нашего блузона, чтобы вы смогли при желании его повторить самостоятельно. Вот этот блузон представлен на манекене. Этот блузон из моей платочной коллекции, изготовлен из двух платков. Платки имеют квадратную форму со стороной 90 сантиметров. Сейчас я наш блузон сниму с манекена и покажу вам, насколько прост он в изготовлении. Здесь два платка и три шва. Первый шов мы делаем, стачивая два платка. Это середина спинки. В конкретном случае я сделала шов в накладку. То есть здесь видно, один платочек завела на другой на 3 сантиметра. Это позволило мне внизу сделать такую шлицу, разрез шлицу. А далее мы перегибаем стороны наших платочков и соединяем по рукаву, по плечевому шву и по рукаву. Все, наш блузон готов. Более понятно и подробно мы сейчас с вами разберем на схеме выкройки. Благодаря перегибу диагональному наших платочков мы видим образующиеся красивые склады, фалды, которые переходят спереди на спинку под рукавчиком. Что хочется сказать, что это все симметрично относительно оси симметрии, которая проходит по нашему среднему шву спинки. Так, ну мы сейчас обратимся к нашей схеме, на которой вы увидите, какие же места нужно сшивать, чтобы получился такой чудесный блузон. Я изобразила два квадрата наших, два квадратных платка 90 на 90 сантиметра. Ось симметрии, которая проходит по середине спинки, и сдвижку на 3 сантиметра относительно оси симметрии наших платочков, это наш средний шов, и пунктиром приблизительно место расположения диагонального сгиба. Далее вы видите зеленым цветом изображены места стачивания наших платочков. Здесь нужно главное соединить по цифрам. Единичку с единичкой, двоечку с двоечкой. Ну и также с другой стороны. И наша модель готова. Все очень просто. Конкретно эту блузу я изготавливала для отдыха на море и использовала как блузон-накидку на купальник. Поэтому я не делала на ней застежек. Я сделала ее в свободном полете, фолдящей. Наш блузон может быть не только летний, легкий, без застежки. Он может быть и застегивающийся. Он может быть также изготовлен не только из платков, но и из отреза ткани размером 1,80 м на 90 см. И ткань может быть, к примеру, мягкий и теплый трикотаж. Тогда наше изделие абсолютно по-новому зазвучит и будет нас согревать в холодную осеннюю или зимнюю погоду. Творите, любите и будьте счастливы, мои дорогие. И не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. До новых творческих встреч! С вами была модельер Владана. Модно жить не запретишь.